Итак, как точно померить, какие колпаки нужны, если штангенциркулем долезть трудно? Просто берем, наматываем приблизительно 68 на кусок трубы, делаем. Ну а дальше дело техники. Обычный малярный скотч нужно сделать так, чтобы он был плотно намотан, периодически замеряя. Ориентировочно должно быть 68. Вот. И еще надо подмотать. Специально вот так вот на крае, чтобы была такая кромка. И сейчас вымерим диаметр, который нам нужен. Все, теперь пойдем мерить. Наших смерок мы знаем, что вот этот вот у нас маловат, а он у нас составляет 64, скорее всего у нас там 65, и аккуратненько приблизительно понятно. Вот, собственно говоря, я нашел диаметр, который тебе нужен. У тебя должно быть 68 по наружнему и по лепесткам 65 на алике. 166 рублей 45 копеек.